Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Poco F4 GT. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве показать процент заряда батареи в правом верхнем углу экрана. Открываем настройки телефона, спускаемся вниз, выбираем пункт управления, уведомления и центр управления, спускаемся вниз, выбираем строка состояния, простите. И здесь есть индикатор батареи. Выбираем, как он будет выглядеть. Можем сделать, чтобы выглядел так. И все, мы настроили показ процента заряда батареи. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.